Зачастую задается вопрос, какая разница, есть 4 стадии там прямого света, 5, 6, 19, неважно сколько этих сферот, и какая разница, называется это Шорош или Заранпин и все эти названия. В чем тут дело? Я не знаю, вчера, допустим, мне было плохо, у меня были боли в животе, например, я начал думать, откуда это, исследовать, что я съел, может быть, у меня какая-то проблема, может быть, что-то во мне зараженное, загрязненное, может быть, еще что-то. Если у человека возникает проблема, он выясняет и хочет знать все детали. Если человеку больно из-за того, что он не постигает Творца и все духовное устройство, то тогда он хочет понять, в чем дело, что значит «все равно». Точка в сердце, которая находится в человеке, и все больше проявляется, проясняется, связывается с системой, с ней человек больше хочет, хочет всего. Он больше и больше проявляет готовность и знать, и руководить, и чувствовать больше. И потому что он видит, что это ведь весь мой мир, без этого я буду чувствовать себя больным просто. Я должен знать, где, в чем моя испорченность, проблема. Если мне плохо, допустим, у меня там с желудком что-то не то, ну, в духовном понятии, я должен понять, что мне можно, что мне нельзя, как мне следовать. Да, но если у меня болит голова, дай мне таблетку и все. Да, но что значит «дай мне таблетку»? Тебе нужны деньги, ты должен знать, что существует эта таблетка, где ее достать, добраться туда, заплатить эти деньги, купить, знать, как эта таблетка должна на тебя подействовать. Это не так уж просто, и в науке Каббала еще сложнее. Сначала тебе дадут таблеточку, допустим, ты находишься в Вибур или в Виника, а в состоянии Гадлут, более продвинутом, тебя уже спросят, что ты хочешь достичь этой таблеткой, для чего. Мы дадим тебе составные, ты должен составить эту таблетку теперь сам. Да-да.